Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшнего видео, я думаю, что будет близка большинству из нас, потому что все девушки всегда мечтали о длинных красивых ресницах, и также в последнее время стало актуальным иметь широкие, шикарные свои брови натуральные, и что тоже стало головной болью для многих из нас. Вопрос, как заполучить или отрастить красивые брови и ресницы, стал очень-очень острый для нас, поэтому сегодня хотелось бы с вами поговорить об этом. И хотелось бы с вами поделиться своим опытом отращивания ресниц и бровей с помощью одной сыворотки. Поделюсь с вами своими впечатлениями от тестирования этого продукта, просто познакомлю вас с ним. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Хотелось бы начать с того, что я поменяла задний фон. Я надеюсь, то, что он вам нравится больше, потому что мне кажется, он смотрится намного симпатичнее. В общем-то, мне он больше нравится. Обязательно пишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу новой нашей локации. А начать свой разговор о бровях и ресницах мне хотелось бы с предыстории. Я уже в многих видео говорила о том, что с ресницами мне не повезло, у меня плохие ресницы. Так сложились обстоятельства, они у меня очень короткие, очень прямые, такие палочки, которые вот прямо-прямо смотрят на вашего собеседника. То есть вот такие вот. Они очень слабенькие, очень сильно выпадают, и вообще это для меня большая печаль и боль. Вот. Что касается бровей, здесь, конечно, ситуация обстоит лучше, потому что, в принципе, генетически у меня заложены достаточно неплохие брови, благодаря папе или маме, я не знаю, у них и у одного, и у второго, в общем-то, с бровями проблем нет, я одна такая. Но я сама виновата, потому что я думаю, что это многим девушкам знакомо, что в старших классах у тебя так и руки чешутся, что-то в себе переделать, изменить, что-то выщипать, что-то попортить, в общем-то. И, как говорила уже Лена Крыгина, когда у вас чешутся руки, чтобы что-то себе там на бровях испортить, выщипать, то лучше идите к нормальному квалифицированному мастеру, который придаст вашим бровям нормальную, актуальную форму. И, в общем-то, будьте спокойны. Я так не поступила, я экспериментировала как могла над своими бровями несколько лет, начиная со школы, заканчивая уже в университете. И пришла к тому, что у меня тоненькие, такие облезленькие бровки, не очень красивой формы, и, в общем-то, сейчас я занимаюсь тем, чтобы отрастить свою природную красивую форму, относительно красивую форму бровей, привести ее в какой-то надлежащий вид. И сегодня мне хотелось бы с вами поделиться своими успехами в деле отращивания и тем продуктом, который мне помог. Этот продукт российской марки пришел мне вот в такой вот милой девчачьей коробке. Это Twist Fusion, это активатор роста ресниц. Это российский бренд, российская марка, производится данный продукт в Новосибирске. Пришло мне все это вот в коробке. Внутри был такой продукт, похожий на люксовый корректор. Упаковка действительно заслуживает похвалы, потому что раньше у них была пластиковая упаковка, на которую все жаловались. Сейчас, видимо, дела идут в гору, и реально очень добротная упаковка. Вот прям мне безумно нравится, очень приятно ее держать в руках. Очень лаконичная надпись на самой упаковке, что тоже не может радовать, потому что российские марки любят на свои этикетки, на все свои упаковки напихать всего и вся просто. Внутри у нас вот здесь вот как раз-таки уже идет пластик, видно его немного. И, в общем-то, здесь такая кисточка, достаточно удобная для нанесения этого продукта, потому что продукт наносится не на ресницы. То есть здесь нет кисточки, чтобы нанести на сами волоски, а продукт наносится на кожу. Если говорить о ресницах, то наносится по контуру роста ресниц верхних и нижних. Если говорить о бровях, то наносится туда, где вы хотите отрастить волоски, но также вы наносите на кожу. Для меня это было странно, потому что те сыворотки, которые я пробовала, я, правда, не пробовала именно профессиональные такие уже серьезные сыворотки, к которым, в общем-то, я отношу эту. Это мой первый опыт тестирования такого серьезного продукта. А все, что я до этого пробовала, всякие укрепители, сыворотки, базы от бюджетных более-менее марок, они все наносятся на сами волоски, в общем-то, и они могут немного укреплять ресницы, они могут предотвращать выпадение и являются обычно хорошими базами под тушь, то есть они увеличивают объем волосков,
и ваши реснички смотрятся более объемно, более пушистым. Что касается этого продукта, то здесь 3 мл, то есть достаточно небольшой он по объему. Но, в общем-то, я уже тестирую больше месяца, и у меня он не закончился. Поэтому достаточно экономичный продукт. Что касается состава, то основной действующий ингредиент – это аналог натурального простагландина. Также на втором месте здесь трипептид меди, дальше идут всевозможные экстракты лопуха, крапивы, хмеля, подорожника, чабреца. Также здесь добавлено касторовое масло, которое, в общем-то, любимое средство для укрепления ресниц многих наших соотечественников. Кстати говоря, почему я не укрепляю свои ресницы маслами? Потому что от любых масел мои глаза безбожно отекают. То есть у меня вместо века на утро вот здесь вот огромная подушка образуется, и из-за этого просто даже глаз не открыть. Я похожа на какого-то китайца, которого покусали осы или пчелы. Вот. Мне этот эффект, естественно, не нравится, поэтому для меня масла, к сожалению, это запретная тема, поэтому это средство для меня было на самом деле находкой, потому что от него, несмотря на содержание масла здесь в составе, у меня глаза абсолютно никак не отекают и нет никаких побочных эффектов в этом плане. Также здесь добавлены провитамин В5, ПП, и на последнем месте дистиллированная очищенная вода. Сколько я использовала? Использовала я уже больше месяца, порядка 5 недель. Первый эффект я заметила через 3 недели. Также хотелось бы отметить, у меня в первую неделю я использовала как раз-таки перед самым Новым годом. У меня была сумасшедшая неделя, я вообще не спала практически. И у меня глаза, они вокруг кожицы, стали красные. И я не знаю, с чем это связано. Либо с использованием этой сыворотки, либо с использованием... Точнее... Либо все-таки с тем, что я абсолютно не высыпалась в этот период. Но в любом случае, после Нового года как раз-таки были каникулы, и у меня все прошло, и сейчас у меня такого эффекта нет на глазах. И, в общем-то, все у меня прекрасно. Больше никаких вот побочных эффектов, что что-то там чесалось, какое-то раздражение, еще что-то. У меня этот продукт вообще ничего у меня не вызвал, никаких аллергических реакций. Даже с учетом того, что я ношу контактные линзы, у меня никаких проблем не возникло. Что касается результата. Первый результат, как я уже говорила, был через где-то 3 недели. Я вообще, на самом деле, очень скептически отнеслась к этому продукту, потому что, ну, я скептик по натуре. Очень большой пессимист, скептик и вообще ужасный человек. Но как-то думаю, ну ладно, хорошо, ну помажу я на себя, ну что у меня там вырастет, если за 22 года ничего не выросло, что там может вырасти у меня, по крайней мере, что касается ресниц. То есть с бровями я еще так питала там иллюзии, надежды о том, что с бровями еще не все потеряно. Но что касается ресниц, в одно прекрасное утро я умывалась, потом что-то наносила и поняла, что мои ресницы, которые на ощупь практически вообще не ощущались никогда, я их стала замечать на своем лице просто на ощупь. То есть они стали более плотные, они стали более заметные. То есть они все равно светленькие, но они стали плотнее, толще. И также вот просто на ощупь я их могу осязать, ухватывать, скажем так. И я решила проверить, провести такой эксперимент. У меня всегда были проблемы с завивкой ресниц. То есть они у меня прямые вот такие вот. Естественно, мне надо их завивать как-то, чтобы, по крайней мере, даже накладные ресницы приклеить. Нужно, чтобы твои родные реснички, они как-то смешивались с накладными, они смотрелись как бы инородным телом на твоем глазу. И для этого надо их завить. Так вот, у меня были очень большие с этим проблемы, потому что мне было очень тяжело их ухватить, мне было очень тяжело их завить, я постоянно цепляла века, смазывала свои стрелки, и что у меня только там не происходило, пока я завью свои несчастные ресницы. Так вот, сейчас уже по прошествии месяца, с начала использования этого продукта, я решила вот как раз-таки попробовать завивать свои ресницы, у меня, аллилуйя, это получилось. У меня завиваются ресницы, я не цепляю свое веко. То есть я их просто вот самими щипчиками я
ощущаю, где у меня ресницы, я их спокойно могу зацепить и спокойно могу их завить. И, в общем-то, эффект от этой завивки, он реально заметен. То есть, если раньше что завиваешь, что нет, в общем-то, не было никакой разницы, то сейчас за счет массы ресниц у меня реально вот глаз открывает. Что касается бровей, то здесь у меня тоже есть определенные успехи, потому что я очень хотела отрастить начало бровей, потому что мне нравится, когда у меня брови чуть-чуть ближе друг к другу, нежели они от природы растут. И также мне хочется отрастить вот кончик бровей, потому что я думаю, что кончик бровей это реально проблема для всех, для многих девчонок, потому что здесь волоски почему-то не растут. Так вот, как раз-таки я мазала именно эти места, и там начали появляться маленькие волоски. То есть, действительно, это средство вызвало рост новых волосков. Я наносила на всю бровь. И у меня как бы вот неровно достаточно росли брови, в общем-то. И у меня как-то вот даже сама бровь по всей протяженности, она стала как-то ровнее. То есть, у меня стало везде... выросли какие-то маленькие волоски, по всей видимости, то есть реально эффект я заметила. Подводя итог всего, что я вам уже рассказала, хотелось бы отметить, что я действительно очень довольна тестированием данного продукта, мне очень понравилось им пользоваться, никаких побочных эффектов у меня не было, ну, кроме вот красноты глаз, которая была в начале, но и то... Я не могу точно сказать, что это был эффект от сыворотки. И, то есть, либо я не высыпалась, либо действительно эта сыворотка действовала, но в итоге через где-то неделю после новогодних праздников это все прошло. Следующий аспект. Естественно, я понимаю, что, скорее всего, этот продукт, несмотря на то, что производитель изначально на сайте заявляет о том, что тема у них такая описана, что они... увеличивают вот как раз-таки период роста ресниц, за счет этого больше количество ресничек, оно остается на своем месте, не переходит в следующую там фазу уже увядания и выпадания. И следующий аспект за счет того, что вот эта фаза роста, она длиннее, они преодолевают порог генетического роста ресниц, то есть реснички становятся более длинными. В общем-то, я не знаю, какие у меня реснички от природы должны быть, что там свыше мне было дано, но изначально до использования этой сыворотки реснички у меня были короче, они были намного хуже. А сейчас у меня реально красивые ресницы. Я не знаю, насколько мне их хватит, я обязательно вам расскажу, что у меня по итогу получилось после уже использования этой сыворотки. Но на данный момент я считаю, что это просто... бомбезный продукт, он мне помог просто отрастить свои ресницы, помог мне с бровями. Все-таки, естественно, за счет того, что изначально у меня картина была не очень позитивная, то он, конечно, не всесилен. Я сейчас не похожа на Мальвину и Кару де Лавинь, точнее, гибрид там какой-то. Вот, естественно, все мы разные, и все у нас разное, и у меня были плохие там реснички, у меня были достаточно облезлые брови. Этот продукт, он помог мне, улучшил ситуацию, но он не всесилен и не сделал мне идеальный вариант. Но ситуация, я считаю, что очень поменялась. В плане ресниц и бровей я намного более довольна ими сейчас, и мне очень это нравится. Поэтому я вам однозначно советую этот активатор роста ресниц, потому что я не нашла пока что ни одного минуса, кроме, наверное, цены. Потому что продукт не дешевый, но если сравнивать с аналогичными продуктами, о которых действительно хорошие отзывы и которые действительно работают, то, наверное, в общем-то, цена достаточно предсказуема, во-первых. А во-вторых, в общем-то, если учесть то, что продукт реально работает, и действительно у меня выросли и ресницы, и брови, и он достаточно экономичный, потому что до сих пор он у меня не закончился, то, в общем-то, и цена не выглядит такой уж страшной. Подводя итог сегодняшней темы, хотелось бы сказать мою позицию. Я считаю, что, в общем-то, вот такие сыворотки вполне имеют место быть. Мне было интересно протестировать. Я думаю, что в ближайшее время я буду тестировать и другие сыворотки подобного рода.
Эффект мне понравился, действительно, у меня красивые ресницы, то есть я ими довольна на 100%. С бровями, конечно, я думаю, что они еще подрастут, я надеюсь на это. Но в любом случае, я сейчас очень-очень довольна. И вам я советую попробовать эту сыворотку, этот активатор роста ресниц, или, в принципе, пробовать что-то еще, если вы хотите действительно отрастить свои ресницы и брови, потому что это вполне реально в домашних условиях сделать, без помощи всевозможных наращиваний бровей и ресниц, которые предлагаются сейчас в салон. Этот способ для меня, он был более оптимален, и, в общем-то, эффекта я достигла. Это все, что хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, Перископ, чтобы точно наверняка ничего не пропустить. Напишите, пожалуйста, в комментарии, пользовались ли вы такими сыворотками и активаторами роста ресниц, бровей, какие у вас были успехи в этом деле, как вы вообще относитесь к данным продуктам. Пробовали ли вы Twist Fusion? Кстати говоря, по поводу Twist Fusion, я обязательно вам оставлю в инфобоксе ссылку на официальный сайт этого бренда, чтобы вы могли посмотреть, ознакомиться с информацией и, если вас заинтересует, конечно же, заказать. Все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!